Норвежский фрегат «Хельге Ингстад», который получил пробоину в прошлый четверг, сегодня практически полностью скрылся под водой. Об этом сообщают местные СМИ. Напомню, корабль возвращался с учений НАТО и врезался в греческий нефтяной танкер. Тот не пострадал, а вот фрегат, стоимость которого оценивается в 650 миллионов долларов, получил пробоину ниже ватерлинии и пошел ко дну. Команда была вынуждена покинуть корабль. Сообщается, что столкновение произошло по вине экипажа военного судна, который сперва отключил систему навигации, а потом не заметил на своем пути танкер.